Саңаны билен көрен бағалақ, билеге тардығылақ ке өрі иннеке көңе болуға. Онын саңа өріяғы бағылырға билеге құрук ағыз болын күнді көрәтшілер бет. Өте көнінен. Суд сұқын бұрап, үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы кепсер әйгі бері тағарыда қыз бенеденлік айы күніз 12 час сүйірбе мүніте адақсыр. Бүгін жа әйгеға бейге тұғы білейік бітей, тұғы тұғынан кепсет ек бітей. Общественный сырге олаты қолы бұра ұсқолаға, тәрелттеге, мағығыңға сылжан әчейі ұлар түгенге, кім әпетінес кәтірділдарай, адвокат сөбелеге. Жыл кемінен өле тұғынан жа бүгін бейге сихилі кәпсет яқпет, қолы бұра бұ сайылыққа көхі сезонынан өләға кирсерді, сезонынан өләлер өләхеттер бұра аптара қайдық көміскен яқтағы. Бейребіт онына жа түміктүр чаға нұтчалы тылынан ағыға бұманна бейге кәпсет яқпет бұ бұлтқа, саға, сығаннақ, соқонларға олар елар тұстарынан. Қолы бұра жа бұ кем саны баз білер білейді бітір көңілі бұқатын нақтық бұғылын сөбі. Ол тұғынан бейе қажет бұсихилі әме кәпсеғі лицензияны көңілі берер отдел, Росгвардия отделін салай атшыта. Әйгі жәбілерге құрдық бейге бейребі тағаға сәперге тақсысыр. Бұл мен әппіт темелер бір әйге ұйытылақ болақытына ұйытарын. WhatsApp нөмірін санатығым 9914-279-612 біреме көхінні дағаны бейге ұлжыттар бұтығар ұйытылар ғытын берен құруы ұлық бұт. Жәбі кетахилақ саспыт кәлі ол құрдық Қолыбыра жабу қалтырыян, ең әчейі ұлар түген әлбір, саз, онтын бұл. Маннық болуын сөп қанына бағарар қолыры кейі бұл жетін датағығар, осқолы датағығар, тәрелтелер датастырығар, қолыра әбетер бұл аты әрген кендерін тастырығар, ең онтын ме болуын сөп. Жабу түгенге кем әппетінес ұлынарый? Бұл қаджа бүгін бастығы ғылжып бі кәлен оларыр Наталия Барбақтырова, адвокат, үте күніне Наталия. Үте күніне? Жәте әппет ұйытығы бар бағалысты құрыйда жа. Әнне маңнық әппеттемін бұл қаз бірдей тәрелтті бәйті тұспа әппетіністі әқіп. Олаты бұллағына қолы бұра предамовой территория ден барды, олаты жи аттынағы территория. Ителесінет сағыт болуын, жи аттынағы оғылыр оңнюр площадкалыра болуын. Әнне бұл жи аттын қарын мұғын барытын көріқтәк управляйшы компания ола бәттір тысы жы. Сәп. Бұл үлетін оңыр батық түгенігер бұл кейі қолы бұра жеттігер әчейіні ұлар болығына бұл әппетінігі управляйшы компанияға претензия түріқ қанады. Онтан болығына қолы бұра солға болың қалын сөп. Әбетер болығына қандыры площадқа дұу бұл ғородской территорияға. Отчығына орган местного самоуправления бұл әппетінігі сүгер. Хәп, ана туран болығына қолы бұра торговый центрдарға. Әме қолы бұра қардарын жағы батақ болықтарына, кейі қалтырен оқтор кіна білі ұлобнай болықтақ болады, қаз бірді помешене, ол оны кенінер әппетіне сүгелдер. Бұ маңына қолы бұра оғыл ұллаққытына бұ тәрелтті, бұ коммерческай тәрелтті собственнеге әбетер бұ зданияны арендалыр кейі әппетіне сүгелдер. Аны болығына бастатан тұран маңнық терекіна бұн. Бұ қолы бұра әчейінің лығытті, қолы бұра мағағы Тұран баран қаларын баран кәлін қасыра күн болан баран өйденін кәлін білі арай көрдір бүттірі тостулақ туу, тұғыр ұлқан әчейіліғ болан қалалдырсы. Барды күрі әчейілдің бенчі бәйті ағы деп тұғыда бадыр білі ағындағыны ұлқан әчейілдің болан қалып болыр. Оның ғын болығына тұтатына бұ әчейілігітті ұқтан кәлін түстігітті, ол оны сразу тұта қартысқаға түйірек қанады, бұқанна бол бұтын. Онына болығына бәйін қатаған қартысқағы түйір бәт әбетір видео ғысты болып болыққына бұ ағын ержантын көрді үйік қынады. Бұғалысты бұ қартысқағы түйір еңді, оны адырға көстер болуықтақ, зданиеті көстер болуықтақ, әні ұқты бұт серген түйір ектәкін, қолы бұра туқтан ұлттан, бұғар мұсытыра болу, бұғар ол лесницаларығар түгірі мәйдер күні түгірі ұрбұттыра болу, кейкейін аспатын күні. Сәп, ол оны түйір еққанады, оны қаяндығыны скорайын ұрыққанады. Скорай кәлін болығына бұ әчетігін құры ұқтақ болады. Маңық адрысқа бұ әчеті ұлан. Оның көрді ұқытын нады бұ подробны құры ұңден справкаға
каннык адреска болбутун, каннык күнге, кас часка, бумана баратын фиксируйду канада. Медиктерге чокырдыр болмады. Ага. Он төгөннөн элбек ана туран боллагана, колобра ол эчейни ылбыт түгөнгетигер боллагана, колобра аттыгар кимер ахан ген ки көмөрөспите болуу турургар. Эбетер кимер аны көрөн турбута болуу, олору боллагана, сурнанылык канада аттарын, солларын, ага, онна боллагана телефондарын, келин боллагана бутугулуларын курдук. Кырджык бу ки манна Игина растарилтер бар болалар. Бәғіт қаннар атын сірге оқтан барангыт, аха, бұманны бихеқа келенгет байсағыт кектірін сөп. Олеген боллағына төңнен әлбәқ кеге бар болар свидетель, аха, да, тұғылатшы кеге. Отчыннан әхе бұ тарилтеттен бұ дұрой бейғытығар, әчайы тақсы бұтығар қатшы көрден ұлыққытын сөп. Әбетер бұ әмтәмет аны туран боллағына әмтәнеғет ке қолыбыра тостуулах боллахтарына да, бу кеге аны үлетигер таксыбат бастатан туран. Ол ата камнаха токтоон калыр, ол камнахан токтообу тугар каз бирде кеге ипотекалах, кредиттах, онтукутун сатаан төлөөбакка халын калыр. Ол иһин колобура бу үлөлөөбөтөх күннөрүн бу эчейиттен сылтаан үлөлөөбөтөх күннөрүн суутнөңө эме ылык касып. Аха, бу тарилтеттен да. Тоякканы бу тарилте бу жон хыджарыгар сөптөөк тогоостоок условияны оңорон бириктеэк боллага ди. Эн боллагана колобура ол сорюен уктан келен түспөтөк боллаң ди. Аха, олон тукаган агыктаккын аны туран боллагана бу эмтенергер тух бар чектер гытын квитанциялар гытын бардын муняжер болу. Того дей таккана ити сумматын эме көрдөөн ылык касып суутнөңө. Аха, онна боллагана олонно скорой тутатана местетигер ыңыран баран бу справкагытын каяандагана той сүтербеккегат жаджак кытыннаада. Онтон бу маны кымкытын кенниттен бастатан сразу сутка барар эме надо тахуу ксеп. Багар боллагана билмандык доброжелательный бейлере били возместигенер тирилтелер эме баалдар. Көрбөк кобит кыджык жахай батакпыт. Маны көмөлөһө тугунан көмөлөһө бүтүү эмкетигер томкутугар дуудин оннук эме жандар баалдар. Ол иһин бастан боллагана досудебное регулирование. Ол ата боллагана письменно претензия хурьягыт. Ол претензияга тыр хурьягыт. Мен маннык-маннык атым маннык-маннык тен. Аха, бу батча чыгылага толкутугар була бу магаңытыгар жан барамын. Келен түсп, оқтан түспетім ден, аха, манна солға леснет сағытығар боланы мұсы тарете ден, ол мұғы растава тақы түгенгетер, үйлейбін атақпын тұғыттым ден, аха, оны бұ әмтенер бәр батча қатшыны баратым, аха, бұ маны бағалысты вазместегінің ден претензия құрыйық қанада, аны көннері отой тұғық денетемін, ұсына білген тұғықта бұғар бат. Соқуан қыраға документ ол атайын дөкемені оқымақыты оқ болаққында тұғыда кыматақ құрдық болан тақсағын. Ол ең қаяндағыны ол құрыққұтын претензияғытын, досудебнай претензияден бесменіні құрыян барыңыз, тірілттіға иджанғыз ікке экземплярың ұрығыз, оны бешәт тұрықтық тақыз. Бұ ұлылар ден, датытын оны бұт бейін. Онтон қолыбыра оннық ұлбаппыт ден аккастынар түгеннерігер, бұ юридическай адрестерігер почтын өңе ұтағыз. Аха. Онна боллағын описылы жене оңырық қанады. Қолабыр бұл претензия, біле па үшер бұден, па үшер здоровье ден барыңыз. Үгдағыт, онына қолабыра кәтіғіт. Қолабыра 10 күн қолабыра құрияғытты, 10 күн хегер әппеттенген. Оны 10 күн хегер әппет кейіп бәтіғіне, прокуратураға баран заявление құрияқ құтын сөп, әбәттер боллағына сұтқа баранғы заявление құрияқ құтын сөп. Онтон сұт көрін бұ күджік ол заявленияға тұқ кирен сәбі. Дәбі олады әмтәмет квитанциялар күт, әмкет томкут суммата кирен сәб, үлілі олар бұт қамнас күт кирен сәб, онына боллағына моральный вредтен. Олады боллағына бұл кеге білі саната түйен дробиеті кіріме білі мәндік моральный тұғатай страдания ден, моральный страдания ұл бұт боллағын он тұғатын әме көрдіген сәб. Оны бұ тәрілті, бұ әппетнестәк тәрілті, бәйті добровольны тілебет болығына суыт оны ұрақты харан көджер болуға дей. Озайте, чонын тәлі, осқола аттығыр қолыра бұ оқтуыңын болмады. Әме осқола оның түлірді, әмекенде қолыра бюджет тәрілтеті болады. Оның қолыра жәте мағығынларға бар үсіпте коммерческай тәрілтелер боланнар түлетінлерді. Онтың қолыра осқола, государство тәрілтеті болығына, государствоға олады болығына қолыра обращайся к них так. Орган местного самоуправления қолыра қайыр әппетіне стабдар болығына оларға берек қанады. Ойқына қолыра бұ кендер бәйлері маңдық территория лақтырсып, ола ата бұлығына осқоларын ихе, онына бұ қолыра 5 метр құрдық бұ кендер әппетінестіреден онына тұқтақтыр. Положение лақтыр, ұстав тақтыр болуқтақ, ол онынан кендер бұ әппетінес. Онтан қолыра бұ дарубияғара бол баққаны қолыбыра солғы болан қалбып болын деп, солғы тоғара болан бұ масына әме... Әбілігін күнжігітін қалбәді де, бұ қолыбыра қары
хомуй баккалар, икки полосалах сол холоры, би полосалах полан калла, джамихана варманныка сахал холоры тақсыр түгенер эмеджа, айтақ холоры. Бу ману холобра администрация, орган местного самоуправления, администрация холобра хом юхтақ эпетне хаболлағына, бу администрацияға бу хуркур юхканады. Бу улхамба қарсы тарден, ага, бу болла на проездке мегейдир, мана бағалысты растан, көннерін ден кенерге хайыққанады. Онтон холобра, ол онтон сылтан холобра, ол қартан хылтан, эхи бу масынағы тығар туғарача, Хором не так себе полон, да? Алджам мут полон тугара, да? Олон тон султан. Оно было на дже, эми бастан хоркурио Канада, он на было на эми картска хаянда тюхри Канада, он соло тюхри Канада, кар тюхри Канада. Ага, кайдак были ханан турарын, ага, местетин, он на было на были желательно адрес тарген барсибдер. Были көрен билендерин кана, бу территория де. Оварчук-чук хаман нык тюхри дакан ян кан нукулуса ты били бет полла на киятан бы харбат полла ди. Олихан каянда ган ман нык тюйте тюттен тюхри Канада, картска. Он на видео, бу маннук сол болан кал, бу солго маннук мехтар болан, бу масына маджанна ден. Ана буллагана атсынкан отроктун нада. Барангат ол атсынчиктар баалдар билген нахал бахтар. Ага, два гиенен көрдек оқылыбра болна идерди. Ол онна тиенгет бу суммата тюхе болар иден, бастана вигнар бар. Ага, ол суммандан оқылыбра көрдюр болаққаты, бу сумманы возмешайдан ген, оңыр оқтақ улағатын, качественный оқтық оңырынғыт бу масына маджанна ден. Он там говорил, не хилек, и гигер был, и денег так его полла, не кем петь, я хотя имею, не хилек, ага, администрация. Администрация, петь. Он был хинтем, не бастат, он колобрал администрация, а бастан структуру, как он надо. Маннек полла ден, маннек тебель тебе полла ден, маннек кором не так стаден, он маннек возмещай дан ден, и ветер улета и тын ден колобрается. Когда не рожден, то бар охолда был бакка колобра, просто мехей болла, хатар болла, не мехей полла ден, маннек, бу маннек мехей дир, солга, бахалста, растатын, сухканын ден, Мельджахи так сабатун курдук, маннак спорт так сабатун курдук, эхеги, тюхеннен эльбэк картыска тюхерагат, тюхеннен эльбэк видео тюхерагат, уанна бу свидетеллеры тухулур жону булагат, отчоннан эхи кыйыктын сөп. Ага. Онтон колобра хатан картыскала бакка тюхербит, кимді көрбөтө, каннады ухуллу батақ боллағаны эхи колобра суду кыттыран кеби ектин. Олин оннук болбат түгенегер каяндаганы бу колобра кихе колобра октамбарын бейте хатан турбака хатан камнамат ким болан калын сепалади отчогуна холбар ай макарар янген ду хайдах ту буманна келен көмөлөс картска ту херебдер биле маннык суруян ду да ватсабынан ду хайдах ту ону бартын биле мунья жакканады төһөннөн элбек информацияны кум ягыт бул бутун тухунан да онна картска видео устагыт да отчогунан эхиги кыйыр шанс кыт бол шанс дине болади үрдэн таксыр ота жеблин аны ого була хаккаларга жеблин ого бе тогуруго ону холорча кан холор Офсе не хилие, кинг кинет боларе не, ветер ким бу бла хаката боларе, ки хантам билиен себе хобра. Оттун оно бля каха я на ким боларе чо. Ага. Холбра придомовой территории, те площадка лар баллар, где придомовой территории, где и не агати площадка ларга, управляющая компания, ветер ты сижа опять эти сугер. Ага. Холбра была она на ханрак так мы на того ларгин те площадка хаян турат была чилар, ого эти их курдуки гин, оно киннер джа их тахтар, холбра строительные туар материалы ламбаран кеспит полухтарен себе, да, бля онгор жандар. Ага, эбетер ол кардарын кыжык кая баккалар кихирдүгерин келен түспүтүгендер бар болатчылар. Хеп кардар, муус, муу биле септех кемге ыл баккалар ойтинне управляющая компания. Онтон буллагына колобра бу городской гете солга болбут буллагына эттимди администрация кайыр ол колобра администрация тугар эпетне эгер кирер площадка буллагына, оглор площадкалар буллагына, вот администрация эми эпети хугар буллагат. Ага, ну, в основном эти площадкалар була придомовой буллалар, ол аты жеттигер. Ага, олгин управляющая компания бу маны көрүктөх, ого эчей бетин курдук, бетин эпетнеген оттон септехтик толар уктах. Ото нехилек эгер буллары буллан, управляющая компания инден эми хорогор хук буллар. Ага, администрация чоғына. Ага, олуқтақ жағылты чоғына. Олуқтақ жағылты эпетнеген сүгер.
үлене ұтықтақ болады, өтшоғына әп. Алты жабу, бе бұл қолыра кене жабу суыққа түхерді, оны кене туық ехін бұл қолыра қатшытын ұлған сөбі өссіп тұғылан етек. Аха, өссі, бастатан тұран чайды туыққа. Әмтәмет, бұлі қолыбыра туғықтай кәләскеген ұлықтарын сәбді, қолыбыра әмтәнен бұл ұқол, ол барды білген әпеккәлі өтжер дағаны қорымдығақ болан тұрыр. Әлбәқ бағай кеге әмет омұтуғанырғар бардың атылғанылап өтті. Бұлі таяқтамыд еген болдаған әмеде? Таяқтамыд. Бұл квитанцияға олады әмтәнергер, томтанырғар барабыт қатшытын көрдіген сәп. Ана тұран болғанда бұл үлілі әбәққі олар бұт күндерін қатшытын көрдіген сәп. Оны болғанда моральный вред көрдіген сәп. Оны тұн ол дұрубием әмтінер бір батча барда дейін, батча күн үлілі әбәттім дейін, оны қолыбыра выгада лұқтағатым дейін, қолыбыра үлілі әмін батча қатын лұқтағатым дейін. Еңнек барытын квитанцияларын барытын мүнінен, оны да қас тұқтақ барда кумақыннан бұл ұқтақ. Олғын әтәбіндеті әмтеммет чектар ғытын, квитанциялар ғытын, отой мүніне әджін бірағыман, кәлін сұққа отойна да болар. Ота адвокаттамыт ем болғаны? Адвокаттамыт болғаны мен қолыбыра күйяғыт дей сұққа, күйян барыңыз бұл кейттен бұл адвокатқа ұслуғағытын әме сұғытын өңе әме лыққытын сәп. Оны тұқылыры бұл атындағаны маңық түген таққабатын дейін өме туық болады бұл мереде, қолыбыра бұл тәрілтті бұл маңық күлжік бәтін көрінен тардынан жабу маңық күлжік жонлар сұттағалдар әбет, қатшы төлігіқ бұл әлбәғі дейін әме бәлерін тардынан ұтын құмуялар, қайылар болдаға дей, әме оныққа жағын қолыбыр болар әбетті бүгін бігі кәлінде бұхар бұққар мақтанабын, нәжі дүйсі бәләтін, отынжа маңдық түбәлтті бір ұты бол батыннар, ол ғынан бараннар, отын олар болыр түген егер, кейі отын білері ұрдық бәу болаға дей, арғыдан білімнәқ болыр ғына дей. Әп, мақтанабын, оны бұл олысы мен әппетністәк, тұғалақ, ұлағар сеті елері бағарамын. Мақтал. Күнді көрәйтшілер бейді бігі бейребет әккіз түхімеғар бұл сезонынан үлі дейін теме әкепсет еқпет сейілі. Сезонынан дейін құлырыжы бұл жыл кәметтен тұтылықтақ үлі болар. Бұл маңық үліға сылжыр жонлар бұр аптыра қайдақ қырыстан ұқтағы. Офсайынан бұл үлі қайдақ тәрелі ұқтағы. Қылғас тоқты бұл кәнеттен көрсі еқпет қанна да ұратыман. Әйгі беріне ағыз әпірге көрі істі олар оғыт. Мен WhatsApp нөмірін сынатым. Ағыз 915-279 сүрбекке 612. Бігі 200 түймек бітер кәпсет еқпет бұл жыл кеменен барар үлі. Құлыр сезонның үлі тұғынан кәпсет еқпет. Сегілі ол тұғынан ұйытылақ болақытына бұл әппет нөмір бір ұйтарын. Бігі ұлжып бітігер бұл ұйтақытына Владимир Николаев, Сахар Республикетін үлі Сударыстыны инспекциетін үлі Қарыстыбылын отделін салай атшыта Владимир Владимирович өте күнінен. Өте күнінен? Сезонның үлі жабу тұхағаланыр болла, жабу қанды бар. Ты жыл кеметті тұтылықтақ болар. Құлыр сайындағаны, күхіндағаны ентерілен сөп болла, де. Ота жабу құлыбыра мен ғаныр бұнан бұл сайылыққа күхі бұл сезонның үліға мекелістерде Үліхеттірі қолыбары бұл сайылыққа көрі бұқтанас бұл сезону хайыны түрілілер дем болағана. Кесен әп, қолыбары бұл үліхеттірі үліке яқа үлі договора ден барынды, тұрдығы договордан үшілді тақына. Оны ол үлі договорығар болағаны құрылықтақ. Бұл сезону үліген, қолыбары бұл сезону үлілер, онына сезону үліға көрілілер қолыбары ұхабыта 6 ғи болықтақ. Әуанна болан сезон қолыбыра бұл сайынғы да түр болуын, күхіңі да түр болуын, арағаны болуын сәп. Қолыбыра сайылыққа бұл қотыңға күхіні бұл атын елгірілі әбіт, онлар бұл сайылыққа көхір болақтарын сезон үлі болуын сәп. Өтшоғын әмейте үлі доға барғар ұйылдықтақ, онына ұтыл жүй осайының бұл сұққын қайдақ қарағынан бұл сезонның үлі қайдақ тәрелліқтәғі, қайдақ барлықтағы сөпкі. Бұл құлыбыра сезон ден арас-арас құлыбыра, арас регионларға ген атынатын болады құлыбыра де. Оның ұлана бұл межотырсылығы соглашениялар еген ден балылар, межведенстеріне соглашениялар ден балылар, бұл олар бұл сезонның үрілер, құлыбыра бейі сайымын қылғыз де. Оны құрдық оны бұл қайынғы сезонны Арас-арағаны қанды-қандық үліға. Құлыбыра де навигация еген бәрді. Навигация мен құрға сезонды кейсер. Құлыбыра бұл ұсталылар, ұсияны құтылыстырген ғұрыс ұтырдылар бәрді. Олар әме кейселдер, құлыбыра
бо кенгет түгөр холбурак кенге бо вахтага кини ми хорого сезонны кисек ма вахта ми мети дини ми атан. Мини мендик чаханы бин холбурат. Бу сезонны ига кисере ду вахту демин те вахтанан эле. Ду вахтанан я холбура бу вахта я атан. Вахта ми мети дини ми атан алак тус батан тохтак болар. Эс халак холбура вахта бу үлөгөн бу кини аларын эрмелир. Холбура дианта сезон булганы бу сайынга түгөр кини ма нөрөлир ден холбура. Ага. Хеп, это же бо сезонунан үлелир жон бо бараптара хайда тамия карыстанарай бо эхеге. То холора үледен спексиятын татуғынан үлетінен, онна бо кенелерге ша холора бо опускан енден көрілер до, холора балы хайли хэнген. Че бо сайнын кенер бараптара хайда карыстанарай. Анты бо үледогу бара бо сезон үлетін тоқтуларына ұратыда хоқ, улахан ұратыда хоқ, анан баран 4-6 глава бар, трудовый кодекска. Тур на тазглава ула кюстогон устен кюстогон тур дюст ята ханар холобра сезонне уле ден биеха ула холобра уратата ден за три дня этиенсе бумин сезон уле нуле пенден холобра уле хит. Эй блики не деле бол батах. Не деле бол батах ускунден этиенсе онна расторжение бол насеп холобра. Оннук тембар онна опус опуската бол лана ики куна гал бириге ики кун дена галар бала опускага. Кюстогон тур. Холобра бири уле тан ики. Кикун опуска куду олон септен, бухатна куду карулерден. Вот, аннук, онна, тон, уле, кемискелле ден, бу уле договортар, улахан тохту ортада хох, онтон ортада. Ну, сезон, сезон, холовра бу, кихине сезон, кехаре виттир бухатна, холовра бу, именно сүрюннен уле бирашилер жонга тавин, холовра третлерге, ген бу сезон, кехаре булахатна, ихе, бу сезонны уле, улелир местетин, эмме бу уле харыста болгар репетир болуқтах. Холовра, бо специалистка нам бо ми вредна, и гене ти сезону летикер холовра вредна стерба бохтен со полади. Оно вредна, ми оценка, ну специальная оценка слови труда ми бар болохта холовра. Бо вредна, дима холовра, кенгутюр бар вредна хо холлеви то болоче. Ха ингутюр улли сире болан атен холовра. Оно по сезону ти кулир, оно атен улли сире кер болан холовра, кине вредна стах полав вредна хетурен юхта. Холовра гарантия компенсация кине кирлюхта. Ну полотахте. Ото дебу сезону не лебола улеча хеми хайдах агалдахтай холовра ми бу хем бир кундукту эбетер ары уратлахту. Антон сезону улеха стасу лебтен агалдар холовра табулланыхта холовра тади. Антон вахтовый метод эми ну холовра уникий часын көрүлөр эдер. Намаран вахтовый метод ка холовра уратата ян кинен нолора. Олора сирин эми хачи ята хуле. Улетер итте тану кине улели хеджан холовра вахтага хеджан эче бит булагана эгин бу уле бербит кейга эпет насүгөр тасүгөр холбора кини жалаба булади кини онно жолдор була вактыбы метод ден олорун эрен үлүлүйдин холбора булла анта сезонго булла сезонго кайта бу хайынгүлү теми олорун үлүлүйдин буллагана это менди курдук тең тең хос болор анта олорун үлүлүйдин кара кала бар хазир буллагана о үлүлүйдин местетинери деп күтүп аякта Атача балыга эли хеген төлөнөр. Балыга эли хеген бартан төлөнөр төлөн жок таа. Алар бу больничнеге токтоп ортото жок. Эм бир бу хаста переработка эген болар булар переработка төлөн жок таа. Сверхурушны үлө бар булар сверхурушны төлөн жок таа. Алар бу приказ приказан барта бу испытание болон сеп эген алар ди. Испытание кем эгер эми үлө токтор условиялар үлө договора мен үлө договортар токтотуна жок. Алар бу испытание аспатакта булган үлө жооп та булган. Ол кине барлык өрлөктөгде. Ото үлөт өлөбүрөт жоону эми хим бир болуктак булла ади. Үлөт өлөбүрөт хим бир болар. Хим бир урукутун курдук агылларын курдук агыллар. Эп ото тиже бары кели өттүбөр же кайдак болур. Холобура же бу көхүгөнгөн чыстын ар биеха тучугагынан бие сайылык кам лүкчө көхүгүн ханыр болак битти. Бу кайдак терилекте ай ким терилекте ай бедер тиекте ахтар дуй бетер ол терилте каянда жан биректе ага бетер төлөктө ахту. Анта холовра бу манек именно бу урата уратты твори кибите байыл. Именно вахты уйлага бу проезд төрөн жоктахтен. Аны улана от места ден. Холовра от места до места выполнения работы холовра ди. Холовра ол хорохторга булган местелер булар бу жокуска курат булар. Хорохтор булана бу жокуска кураттан места сбора ден. Холовра места сбораттан до места выполнения работы бу төрөн жоктахтен. Улата бу холовра кини жери манны бейте келехтахтен. Холовра бу жокуска келе кини бейте келехтахтен. Күндү хорогор хап. Но хорохторга ми урата хайыллар места сбора хорогор атын ханнары улус кейиндилер. Он тан эми болгон сеп. Аны бу үлө договорун кайда түшөрсөр кетинен онно чөпчө урулукта бу места сбора манны булар ден холовра. Ол бу мантан места выполнения работ бу манны тем булар. Бу үлөгөт сезонной холовра хасыра ийге ден. О береметеме бар да көрүлөктө. Определённое время бар булукта. Холовра бу хагалар бу манны битер ден. Аны бар булукта аны холовра
ол сезонныйга буллагана үле битте даганы холбара үле беремете битенерер дем буллагана хибе хурлар холбара ди но хурлар лигине бу үле берер ки кини кини ха хурияр этер уведомлени берет та холбара дашмир лигинде холбара нуйлага онда кеме болонса Владимир Владимирович тети оголор холбара сайынгы сыньяланнаргар үле лиллер деша холбара ди үлени булан эти эми сезонны үле кирсерин туе бетер кайтат Тон ого улетел ден холовра улохата неге, бо он тут хастраттан кине улетел септин официально хэ, но он тут хастракан буллана кине хайре терапит кунгул бире, бирдаганере. А бетер орган папичдесту апеки кунгул бирдагане бирдулилдер холовра. Согласие резерв ден буллар, он тон официально он хастратун улилдер холовра. А то руте виски хагане буре, а скола холовра улилдере ти хагане. Лагартан хагане, улил лагартан салан. Антон Берген был, Антон Хосари, Ари Комискарля, Хосари, Шитиди, Ари Олорга, это был Билинги Биремега, Олохан Рол, Комискар, Барбот, Потрор, но он тут астратан, официально, официально. Но мне согласие родители, согласие, он на вредные условия, как и нулевых. Холовра Охотонга, им была на вредных стах, была нулевых, так он тут астратан. Уже он тоттан, он нас тоттан день, уже трудовый кодекс качеп чугур ладер, он алто, он нас астартан официально электронно, чтобы делал вредный тарган. Но не согласие родителей. Ты бы сайлык, как и хуй тахтан, если бы ехать, где хамай отулетем мехала на рболаде, он то холора, где бы холора, так бахны хайсту, они джонгну оттотор боллағына, бой мер чоғны сезонынан үледен болыр болады. Ата холовара кемері үліға алыр боллақпына, мен бағаны қайысты болақпын, официально үліға алыр боллақпына, мен кенігі төлөді көрті өсек тәқпін. Временне холовара, бача чығылаға, бача чығылаға дереден, онына бұ үлетін холовара үйгі қағыры төлімін ден холовара. Но ол төлімі ембер мұраттын әлбақ болуқ Ипптер бо мне короче бит ипптепс. Огон хасаттан улагал ихтарин сөбү. Он бес астар о хасчас улелире көнгүлленери. Она он төрт астар о улага кирдагана трудовой книжкага суруллар дооди бит. Трудовой книжкага суруллухта хаяндан он төрт он төрт ге бийбили тохпут улелирди пенсионы тохпут улелирди холовра агалан кирем бар. Начисление бит. Стагар ин кирем бар. Холовра севернинге эгин бийет олору северне бастан разу жүбе бирген болар булади. Ол кентине билен билен дир. Она он төрт аст Улыға келбі бұл төпчі тұрдығы кенішке құрылықтақ. Қаяндағаны. Қаяндағаны, онына бейеқі қолыбыра бұл түгендер бар болашылар, қолыбыра қолыбыра үліғалың барандар біле, онын мұны құрып баққа қалалылар, пенсионы ипаққа қалалылар. Сызывы тұды даны ипаттар, қолыбыра пенсионыға хемен даны барықтақ, қолыбыра Ханник, холовер был официально, им обычно люди были, что день интервенных ханивун, а он без он. Круга три суячила им была. А то нека, кем обязательно был вредный был охота, где мы стонтра. И кинен была она холовера согласие родителей была охота обязательно. Если кинен была она сверхурочка не люблю охота. А чабата агас час, вдруга вот это тоже час перерыв не люблю. А ты был, а мне я пыт он без та, ого, кас час улелирик он уленери, холовере. Ухавда. Ага, осы бұй епіттір. Дұрабалырың мен тәрелтіға повар бұн сүйбеттен тақсасыл болы. Алты үлелен бұрын опускал арғым мұппын. Хеведесей, бәйін сол бұқ бұлағын онны көңілемі дер. Ол сөп до. Сүйбетті үлелі бұлағын екені үлі дөгі бұры біз әтіне бар болуқтақ. Сүйбетті Он график отпуска, а не бремя кибитне. Антон согласие сторон брен хепда. Антон холбарки не график, но алтурарки мигар и патер бенсо бук пулаган дир булатрана. Это уже нарушение прав пулара работника. Кие работника бюлехика булана врабун кемишко хтех тапит. Каз биди отпуска барар булана отпуска не бирех тапит обязательно. Олата чона Қалыр салаячы, бәйін оныңғар кехеті бұл, өтші бейді бараған дейреті олық кехей болар, де? Кехей болар, ға. Қалыр бейі қар ия қатын әп, ол бейі инспекцияға құр ия қатын әп, қолыбыра мұны пуанар әрден. Бейі ұлай пердістер және қолыбыра бұл нарушуене болы леген әкен ол кем тойоттырын күтті, бәйтір ол тәрілті директорын күтті, әген әрі
42-18-43-18-43-16. Так у них кажется, что когда бы мин выходило улега брабом кехилине, индир боллакатна, бету хамет индик бле, то индик инсю, то инсю было боллакатна. Инсю ля боллакатна, бунемерге это эриен, это агат, эбетер он на тон келягат боллади. Кален официальный хорук обещание хориохотн хэп, эбетер эриенгит бисиохотн хэп, гараши линьянда. Владимир Владимирович, блин, тон уле. Уйя була турар. Ди, а раз трехнер була лдар, он умеет хардата тюхака. Улесала я. Улесала. Улесала була турар. Антон Бияха был это гадли альбех мероприятия, был межвед Тарнандуре Либит, Холоромин Труд, ФСС, социальный фонд, кемотнен Бияха был аргидик, был слуга мероприятия, он только уйду хачабат, ора хачабат, была нам была программа орбутера, был министерство это была на орбута, он был на хин, он у меня три либера турак, а нам брать бы его, хаме хюринден мероприятие будет, бо мусус торга было тах, мусус торга был на холовере, уля хариста был на я был на холовере, месячный по охране труда. Он на был имей бы мероприятие, бы были мне хитя будет, бо мусус торга был на биеха, имей бы то ход тук экспо по охране труда было тах, был на орупит, бо окружная администрация города Якутска, он на Федерация профсоюзов была мыт оровут. Это уже было не там, уже как традиция очно. Были заочно такой себе пары. Очно оров так пыт, он был рынок оровут. Хаян так алин, специалисты по охране труда, до юристов доволен, кадет до лехитра волен, калин бессин, калин корын. Хайда было, хайда вопрос труда, хатын, калин дейт лахын. Он на тебя был мероприятие, как бы был оказание первой помощи, как оров так, когда их так пыт, как всех так пыт. Сторонние организации для меня гриты будут. Холовра, бастан турнул, окенте не имея школа по расследованию частного случая, я не могу холовра, типа, бы не были тема, кася пики тема, какими еще бить, какими была она. Он то был школа территории, ты говори, иначе бы повтор на школе пейтир. Не было раза, ты видел, холовра, улегит была она. Улегит, а чуть дана, улегит, холовра, бы школа территории, ты говори, чуть дана, бы гараж, когда была она, гараж территории, так они чуть дана, ну, школа, уле, барта. А ты терпит, ого, была она? А ты терпит, ого, была, это не... Мен үлігейт әрден білігейу, арарам болады, қолғыра бен үлігейт өттіттен көрібін. Үлігейт өттіттен бұл сиғанға болағына әте территория, на территория работодателі болағына работодателі петтір. Бұл бүш қолы по расследованию беге бұл специалисты по охране труда мүннемуд барлары, мүннемуд оларын көрсет әбет, онын оларын маннык расследование, жинақ расследование ғыты бұд. Та жинақ болады маннык имитируем болады. Расследование частного случая, он работает в школе, он оттуда я, как все эти специалисты, как по охране. Да, барта басхо, был месячный путь, барта басхо волар, он объявит, как все амит, был манник-манник трилли, манник-манник балар. Дем он на профессиональный визит это делает, был барта территория. Это был ринга тагалам это, был имя Аллах, как ты хотел это вот, был территория барта ларган гравун, им бир мекурдах тугендер юскюллер, хас бидди уле биречиге им бир хайдах на буны, болари ве аботра был ринга тан, был имя волла. Смарта, оно когда было бы ты, когда чё когда было тагон день бегине, играет профессиональный визит, день ходит доход на вид, я раз это вин бег профессиональный визит, ты мигунен тохто был бат, он раби переписание дебир, себе дебир, переписание дебир бепит, барокут на лаш штраф, то штраф тава, потом я опыт, просто это день, как сибит, мне было тахте. Владимир Владимирович, мені бұл түрген ауыстық әппеттен кәбе қайнап дұра болырын, осқолы осталы бойын үлігіттерегер заварядность тұғы төлемметі үйдебіттер. Оларды бортылақ үлігіттері оған әвредность тақ болады. Түйте идететтен, әлбақты қасап әппетәжігінен бұтемеға? Бұтемеға қасеттен, оны бұл кебет оққа қыр оққа, расшетін лист оққа. Спецоценка условий труда и подготовки. Когда мы идем в труду, измерение подготовки, и потом по лахтарана вредность своих плана, чепчук, а рука надо, все какие-то лупты, все какие-то лупты. А рыба, что-то лупты, по лахтарана, тогда я кажется, что это уже мы не рука надо. Олата Бастатан Туран, были улететтен, были оценка рабочего места, где не кордюхта, и карточка, где не тогда. Карта рабочего места. Карта рабочего места. Карта рабочего места, спецоценка условий труда. Олата Бастатан Туран, я смело говорю, что уже как-то хадярмы на карьере, говорю,
Владимир Владимирович, Все мы знаем, что Якутия относится к охотничьему региону. И вот скоро, вот, грубо говоря, добрая половина Якутии республики выйдет на природу. И сегодня мы пригласили в гости Сергея Викторовича Иванова, начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Якутску и городского округа Жатай, управления Росгвардии по республике Саха-Якутия, подполковника полиции. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже сказала, да, вот скоро вот вся мужская часть, буквально большая часть мужского населения Якутии выйдет на охоту. И мы знаем, что вот очень много изменений в законодательстве об оружии, об охоте. Давайте начнем с них. Верно заметили. Спасибо, что, как говорится, дополнительно напоминаете нашим всем слушателям видео, что изменений прошло очень много. То есть они коснулись последних 2 лет. Изменения были радикальные, скажу. С моей точки зрения, они были актуальные, правильные, можно сказать, там, своевременные. Что-то, конечно, избытует мнение, что можно было бы что-то раньше принимать, чтобы не обращать внимания на те трагические события. Но все же решение принято, законодатели постарались очень хорошо. Мы внимательно сами дополнительно изучаем, читаем, понимаете. С чем мы столкнулись? У нас, получается, люди увидели, узнали изменения, пришли, спрашивают, но в свою очередь мы сами, получается, прочитали, изучили, поняли. Остается самый главный элемент. Как это применять на практике? Потому что из моего личного опыта скажу, потому что не все люди, прочитав, увидев, да, и осознав даже, понимаете, на практике правильно начинают применять. То есть это правоприменительная практика. Здесь немножко, не скажу, что она хромает, но недостаточный элемент серьезности восприятия, понимаете? Потому что можно прочитать, иногда, знаете, некоторые конструкции больше относятся от телевизора, нежели к изменениям законодательства об оружии. Хотя, отмечу, с прошлого года, да, учитывая, что сейчас оружие – это у нас источник повышенной опасности, очень многие владельцы у нас были подвергнуты административному наказанию, где получили дополнительные уведомления, рассылки на статьи КОАП, Уголовного кодекса о недопущении нарушений в сфере оборота оружия. Ну, скажу по республике Саха-Якутия, то есть, что мне больше всего запоминается, что мне нравится. То есть наши владельцы все-таки, да, они прочувствовались. Прямо ощутили все эти изменения, хотя иногда для некоторых это кажется очень сильно, очень серьезно. Но еще раз повторюсь, законодатели, когда принимали подобные решения, это было все связано с временем, с изменением, с обстановкой и уже действительно, что это такое оружие. Лично сам тоже являюсь владельцем, понимаете, оружия. Родственники являются владельцами, как говорится, начиная уже со своих. Все эти изменения. Ну, давайте ближе уже расскажу то, на что нужно обратить внимание. Хорошо, что начинается сезон охоты. Многие изменения в законодательстве еще будут в этом году. Будут 2 срока. Это 30 марта, это июнь, это еще декабрь этого года. Некоторые нормы нормативно-правовых актов будут вступать именно в эти периоды. Mm-hmm. Самое ближайшее, что сейчас, на что я обращаю внимание, это с 30 марта. Вот 638-й, да, федеральный закон был подписан 29 угу. декабря президентом Путиным. Где сейчас коснется? Получается, у нас там определили такую категорию граждан, которые исключено, они если они претендуют на приобретение, на получение лицензии на приобретение
лицензии коллекционирования на оружие. Угу. То есть сейчас у нас законодатели ввели еще такое понятие, кто у нас не сможет стать владельцем. Вообще никогда. Вообще в жизни. Не подождите, не просто в жизни. Угу. Да. Мало того, что судимые, как говорится, злоупотребляющие, состоятельные на учете, как алкоголизм, наркомания и все остальное. Там появляется категория уже подозреваемые, обвиняемые в совершении тяжких преступлений. То бишь, очень многие люди должны понимать, то есть если возбуждено уголовное дело, до этого эта норма не работала. Угу. То есть можно было быть несудимым и, получается, претендовать на получение сначала лицензии, потом уже там прийти купить оружие и все остальное. То есть сейчас уже законодатель с 30 марта уже конкретно определяет. Если ты сейчас являешься подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого преступления, в отношении тебя ведется уголовное преследование, то есть, получается, тебе бы... ты будешь ограничен в праве претендовать на получение лицензии. То есть это надо понимать. Mm-hmm. Также осталась категория 2 и более раза судимых вообще, то есть судимых. Дальше, получается, законодатели немножко разграничили у нас категорию граждан, которые раньше привлекались к уголовной ответственности, но уголовные дела были прекращены даже по нереабилитирующим основаниям. Угу. То есть получается, ну, если прошло 2 года, у нас получается, мы в отношении таких граждан уже не будем считать это как бы, что это судимый. Понимаете? Потому что на сегодняшний день, вот буквально сегодня, да, на 20 марта, получается, человек раньше привлекался, например, в 75-м году, да? Угу. Ну, там, по какой-то статье, официально привлекался, да? Но у него было еще второе привлечение. Но дело было прекращено по нереабилитирующим. Такое тоже может быть, это в рамках уголовного процессуального законодательства. В настоящий момент мы принимаем это как 2 и более уже, 2 раза судимы. Поэтому у нас отказ, приостановление действий и все остальное. Все. Законодатели уже... Не говорю, что это какой-то элемент гуманизма, но это элемент справедливости. Потому что это же было давно, человек уже понес наказание, но это касается только, где прекращенное было уголовное дело. Это надо не забыть. Ну, в принципе, у нас сотрудники, сейчас уже мы проверяем по всем базам судимости, привлечения, административное и все остальное. То есть мы уже правильно информируем сразу же граждан. То есть, да, бывает, возникают споры, там, пытаются оспорить, а вот, как понимаете. Ну, я же говорю, это все серии тоже. Угу. Кто правильно, неправильно понимает. Ну, мы здесь уже деликатно обсуждаем. Дальше. Очень много людей сейчас у нас лишаются. Оружие изымается. Лишаются. Это у нас аннулирование. Что такое лишение? То есть, ну, помягче скажу. То есть, у нас они, их неразрешительные документы аннулируются. У нас по следующим основаниям. Угу. Зачастую сейчас с прошлого года это получается привлеченные 2 и более к административному правонарушению 19-20 главы, а также привлеченные к административной ответственности, где наказание предусматривает административный арест. Угу. То есть эта норма сейчас закрепили, она в принципе правильная. То есть вождение в пьяном виде. Угу. То есть получается все. Там санкция у нас это штраф, и вторая санкция это административный арест. Все. У нас есть выгрузка, мы все это видим. Не хочу сказать, что мы прям вот-вот-вот в режиме онлайн работаем. Мы выгружаем это все, уведомления, потом людям сообщаем. Если не получается, мы аннулируем разрешительные документы на законных основаниях. То есть, получается, в прошлом году уже, когда начали законодатели об этом говорить, мы всех предупреждали. Люди, платите свои штрафы, если не есть. Понимаете? Не допускайте. Потому что неуплата штрафа по административному правонарушению влечет наступление уже других последствий. А это образует состав административного правонарушения по статье 20.25, где у нас предусмотрено одно из видов наказания – это административный арест. И с прошлого года у нас люди, как говорится, удивляются, руками разводят. Мы выгрузку делаем, всех владельцев проверяем, все, административный арест, разрешительные документы аннулируются, оружие временно изымается, не надо путать. А то прям некоторые, знаете, там пытаются сразу куда-то что-то спрятать. Нет, пускай правильно понимают. Временное изъятие, хранение год, чтобы всем было понятно. Потом уже... возвращаются. Вот. Сергей Викторович, вот хочу именно вот здесь уточнить, если человек, например, не оплатил штраф, тогда у него будет арест, а если... Не сразу же, вы не путайте, потому что по неуплаченному штрафу тоже начинается процедура. Получается, есть должностные лица, исполнительная власть, это могут быть и пристава, это может быть сотрудники МВД, сотрудники Росгвардии, где мы уже выносим решение, понимаете? Возбуждать, либо не возбуждать по статье 20.25.
Ну, это, я бы сказал, это ну, не супер крайняя мера, но эта мера все-таки воздействия есть, потому что все-таки нарушение было, оплатить должен. Понимаете? Mm-hmm. Здесь просто всех предупреждаем. Сегодня заплатите вот эти 100 рублей там, по видеофиксации, понимаете? Потому что сотрудники органов внутренних дел сейчас, получается, тоже же в рамках профилактики правопорядка и исполнения административного законодательства, ну, то есть, как говорится, достигаем всех максимальной mm-hmm. цели. Нарушим, пожалуйста, давайте рассчитаемся. Ну, если так вот. Если человек, вот, например, на него выписан штраф, но он аресту не подвергался, то это будет работать? Нет, я же говорю, я не пытаюсь исковеркать, угу. я пытаюсь, чтобы люди правильно поняли. То есть получается, административное наказание в виде штрафа было наложено. Угу. Но ареста там, не было. Нет, ареста не было. Арест возникает только когда человек после вступления в законную силу угу. не оплатил штраф. Вот. У нас получается, есть сотрудники везде в исполнительной власти, которые смотрят, так вот, три Ивановых, три Петровых не оплатили штраф по 100 рублей. Они имеют право вынести решение, так же, как и Гумилевна, возбудить уже другое административное. Уже об аресте. Уже, нет, вот уже предусматривающее 2025, угу. это получается неисполнение, понимаете, где предусматривается арест уже. Вот. Это в наказании. Угу. На это нужно обращать внимание. Ну, с другой стороны, как говорится, не доводите. Появление в пьяном месте, тоже в общественных местах, угу. там тоже предусматривает административный арест. Очень многие владельцы сейчас у нас, ну, так безобразно себя ведут, получается, являясь владельцами, что однажды, как говорится, удивляются, когда мы к ней приходим. Как говорится, оружие подлежит изъятию, угу. документы подлежат аннулированию, и целый год ты ходишь и как порядочный. Угу. Но в этот самый момент наступает еще более для них грустная ситуация, потому что у них прерывается стаж охотничий, стаж владельца. Вовремя, потому что штрафы, ну как, они же не просто так, знаете, там, кто кому понравился. Штраф у нас сейчас получается за что-то, за какое-то действие, понимаете? Угу. Здесь, в принципе, просто. Второй вопрос еще, угу. который хотел обратить внимание, это медицинская комиссия. Вот. Сейчас, получается, в прошлом году тоже законодатели этим 231-м федеральным законом определили, что сейчас ввели норму, по каким основаниям мы можем аннулировать разрешительные документы. А разрешительные документы, это вот эти некоторые, это были синенькие, это разрешение серии РОХА. Угу. Где там фотография владельца приклеена, потом сведения об оружии, дата и срок их действия, понимаете, кем выдано, получается. Угу. Вот эти разрешительные документы у нас аннулируются, если у человека истекли сроки медицинской комиссии. Медицинская комиссия – это справка 002 и 003 АУ. Это, получается, терапевт, когда смотрит, угу. и химико-токсикологическое исследование. Анализы. Да, анализы, угу. получается. Они действительно у нас по закону 5 лет. Бывает такое, что человек, получается, прошел медкомиссию там в 2018 году, да, угу. 1 марта 2018 года. Медкомиссия действительно, он приобретал одно, второе, третье. Угу. И некоторые считают, что сроком, единственным сроком, который они должны запомнить, это вот когда свои рохи, скажем так, угу. смотрят. Выдача. И там, вот, когда да. заканчивается, угу. да, нужно за месяц, не позднее, обратиться на переоформление. То есть все, забыли про медицину. Угу. Законодатели в прошлом году нам сказали уже, все. То есть мы тоже так же делаем выгрузку. Угу. Мы сейчас уже в режиме телефона запустили программу, где мы дополнительно за 3-4 месяца начинаем информировать людей, которые, у которых истекает mm-hmm. срок. Понимаете? Но, обращаясь уже ко всем владельцам, прошу вас, посмотрите, конечно, на свои разрешительные документы, на сроки их действия. Mm-hmm. Это первое. Второе, пожалуйста, поднимите сейчас, остались медкомиссии, справки еще, когда вы проходили медкомиссию. Потому что отсутствие действующей медкомиссии на сегодняшний период является основанием для аннулирования разрешенных документов. И опять изъятие оружия на временное хранение. Понимаете? Сейчас у нас получается, мало того, что сезон охоты, сейчас у нас уже пошли люди, которые начинают повторно уже проходить медкомиссию. Ну, сейчас немного упростили.
Дело в том, что медицинские учреждения, сейчас он государственные, да, они в электронном формате уже открепляют эти электронные образцы о прохождении медкомиссии, и мы это видим все уже. Никому не надо. Хотя у граждан остается право взять копию этой справки, чтобы некоторые не путали. Медики там начинают, мы дадим, не дадим. Нет, это право, как говорится, остается, поэтому мы людям говорим, хотите, пожалуйста, ну хотите в бумажке. Некоторые же любят собирать. Вот. Хотя электронный образ, формат, как говорится, подкрепленный специальной криптопечатью, получается, к нам приходит, мы на своих порталах доступных все это видим. Вот. Это обязательно, потому что мы сейчас уже в этом году уже, ну, аннулировали порядка, ну, где-то 65. Из-за медкомиссии? Только из-за медкомиссии. Нарушения нет, но они не имеют права. Оружие изымается, понимаете? Вот. Еще важный элемент хочу сказать. С прошлого года у граждан появилось право добровольно аннулировать свои разрешения. И это условие будет являться, как говорится, знаете так, иммунитетом, да? На один год получается, где у него стаж не пропадает, и он не попадет под административное наказание. Это касается категории. У нас есть выездные, командировочные очень долго, понимаете? Он знает некоторые, очень многие сознательно относятся, говорит, я не успеваю пройти медкомиссию, буду на заездке, я зарабатываю деньги. Ну, обычная ситуация, все. У таких раньше такого не было. Он сейчас вправе прийти к нам, на временное хранение сдать, получить копию протокола изъятия, получается. Мы аннулируем на основании добровольного согласия заявления. Пишем заключение, один год действительно, он потом спокойно приезжает, проходит медкомиссию, подает документы на получение новых РОХ. Дальше еще. Это, я так думаю, вы скажите мне, пожалуйста, я это правильно вам сейчас сказал? То есть мы понимаем, что сейчас можно написать заявление на добровольное аннулирование своих документов, если ты знаешь, что в течение года ты будешь отпуск, болезнь, командировка, где-то что-то еще. Чтобы не попасть под нарушение, под протокол, ты приходишь в органы исполнительной власти, то бишь к нам территориальные органы Росгвардии, сдаешь добровольно, получаешь копию протокола, свои рохи сдаешь, как говорится, все, едешь, решаешь проблемы. Вопросов нет? Вопросов нет. Всем понятно. Дальше еще, о чем хотел сказать. Синхронизация. То есть, получается, с прошлого года у владельцев появилось такое право, получается. У многих же являются ни одна, ни две, ни три, а бывает даже 10 единиц оружия. И все вот эти разрешительные документы, вот, до 10, да, получается, да? Да, нужно привести к единому сроку, чтобы отчетная дата на всех была как бы одинакова. Да. Это называется синхронизация. Получается, опять же таки, по заявлению они приходят к нам, пишут, как говорится, прошу вас аннулировать в связи с синхронизацией к единому сроку действия всех разрешительных документов, понимаете? Пишут заявление, также на портале госуслуг подают заявку на получение 10 новых, оплачивают государственную пошлину, 500 рублей, сейчас антиковидные меры уже ушли, скидки никаких нет. Все получается в обработке, и все действующие рохи у него будут уже на новый срок 5 лет, все с одним сроком. Что очень удобно. Это очень удобно, потому что раньше немножко там подгоняли месяцы, подгонять медкомиссию, поэтому да, люди иногда, знаете, 2-3 срока. Да, там, можно запутаться мне запросто. Можно было запутать. Нет, да. это хорошая норма. В принципе, у нас же как, жизнь упрощается, и хорошие элементы, они должны быть правильно использоваться. Ну зачем? Никто никого не собирается 20 раз бегать. Тем более вот этот медицинский ресурс, медицинский справок, понимаете, все мы в электронном формате видим сами, по нашим невидимым средствам связи. Вот, удобно. Дальше. Хочу предупредить, что владельцы, которые стали, физические лица, которые стали владельцами огнестрельного оружия с нарезкой ствола Lancaster Paradox, сейчас они обязаны пройти контрольный отстрел. Потому это что какой-то вид оружия? Это получается, раньше это считалось гладкоствольным оружием. Но с прошлого года законодатели определили тоже понятие, что такое гладкоствольный, либо что такое нарезное оружие. Понимаете? То есть любой нарез, как говорится, один, два внутри ствола. Гладкий, это значит полностью зеркально гладкий. То есть, ну, само понятие и смысл. Здесь никакого другого толкования нет. Получается, в прошлом году такая категория оружия, это был один нарез, Lancaster Парадокс. Они раньше попадали под категорию гладкоствольных, и не требовали стажа 5-летнего, понимаете? Сейчас мы уже, конечно, обзвон делаем, но хотелось бы, пользуясь случаем, сказать, граждане, придите, пожалуйста, со своими единицами оружия и получите направление на контрольный отстрел. Потому что это все будет в официальной пуле гильзотеку собираться.
То есть у нас по городу Якутску порядка 398 человек таких. Мы уже тоже выгрузку сделали. Хочу предупредить, если человек думает, что мы о нем ничего не знаем, нет. Везде, как говорится, мы знаем нарушения, паспортные данные, потому что мы сейчас, получается, корректируем даже СНИЛС. Потому что наличие СНИЛСа, который у нас есть, он говорит о том, что наши программы в Росгвардии прописаны настолько, ну, я бы сказал так, адекватно. Получается, наличие СНИЛСа и привязка к порталу госуслуг, получается, все возможные нарушения или последствия в отношении разрешительных документов, оружия, сейчас уже автоматически генерируется письмо, это записанное эти, программное обеспечение, и уже тебе на портал государственных услуг прилетают уведомления. То есть твое оружие, например, в розыске, ваши разрешительные документы заканчиваются. Вот, поэтому мы вот эту корректировку тоже делаем. Корректировку паспортных данных, корректировку места жительства, место пребывания, место хранения, понимаете? То есть, ну, приводим все в порядок. Вот, и поэтому вопросов здесь много не возникает. Еще раз повторюсь, мне понравилось, что у нас в республике, в городе Якутске, ну, с кем-то, люди настолько быстро это поняли, осознали, пошли навстречу, задают нам вопросы, потому что мы, не стесняясь, как говорится, сказали всем, мы готовы к диалогу, к дискуссиям, потому что все-таки изменений очень много, и они скоротечные, понимаете. Даже в этом году еще 3 изменения будет, это которые будут входить последовательно. Вот. И про последнее еще, что хотелось добавить, получается, сейчас у нас лица, которые впервые будут претендовать на получение лицензии на гладкоствольное оружие, либо коллекционирование, они сейчас будут проходить дополнительную проверку через МВД, ФСБ. Это в течение 15 дней будут формироваться запросы, потом будет выноситься заключение. Ну, это категория людей, это насчет общественной опасности, понимаете. Это уже спецпроверка, которая, ну, извините, лицо, которое впервые. Тем более события говорят о том, что нам такие проверки нужны. Сергей Викторович, вот наши телезрители тоже присоединяются к нашей беседе и задают вопросы. Давайте я вам задам один из них, да. Здравствуйте, в мае 2022 года сдал гладкоствольное оружие на утилизацию. До сих пор нет выплаты. Куда и как обращаться? Кстати, это тоже очень хорошая тема. Так, ну мы этим тоже занимаемся, получается. Это у нас на контроле в управлении у нас все вот эти обращения. Сколько людей, потому что Министерство по делам молодежи Республики Саха-Якутия. Да, в прошлом году, получается, в 4-м квартале было приостановлено из-за недостаточного финансирования. В настоящий момент денежные средства есть. Получается, если этому гражданину сложно, Дзержинского 35-1/1, это где находится наш отдел, получается, если он владелец нашего района, ну, то есть на территории города Якутска, то есть, получается, подходит, может персонально ко мне, Иванов Сергей Викторович, получается, мы можем найти, когда что ушли документы, сопроводительными подтвердить, а также мы можем подсказать телефону, куда обращаться, на какой стадии, ну, сейчас вот не взял, кстати, с тобой. А вот можете, хорошо. Министерство по делам молодежи, все через них, когда мы сформировали документы, подтверждающие документы, люди все принесли, копию протокола изъятия, все, мы выносим заключение, выносим предварительную стоимость оценочную, это тоже мы готовим. Министерство по делам молодежи уже когда получает, у них, скорее всего, свой реестр, понимаете, выплата. Ну, невозможно, там, 100-200 человек. Вот. Есть телефоны, не знаю, там, либо через нас узнаете, может быть, я вам позже в студию позвоню, звонки же будут. Хорошо. Куда звонить напрямки, чтобы узнать, где моя, в какой очереди. По КМНС лицензию на уток, гусей выдаются или как КМНС без лицензии можно охотиться? Это уже вопрос не напрямую к нам, понимаете? Потому что сейчас сезон охоты начинается. Во второй половине нашего, вот этого 23-го года тоже будет изменение, когда у нас будет разрешена передача во время охоты оружия. Но хочу предупредить, что сейчас, например, с департаментом лесного хозяйства разрабатывается вопрос уже дополнительного контроля. Это когда выдаются документы, это охотничий билет, получается. Они сейчас прорабатывают вопрос минимум знаний, да? Не то, что пришел, как говорится, получил. То есть охотник, это получается правило. Это как права. Права на лодку, права на машину, понимаете. Права даже у нас, получается, документ подтверждается свидетельством, то, что ты прошел обучение на безопасное обращение с оружием. То же самое здесь, получается. Я не могу сказать, сколько у них там будет это, вот, получается. Но на охоту человек может идти с каким ружьем, который у нас будет по сезону разрешенное. Получается, у него с собой обязательно должны быть разрешительные документы на ту или иную единицу оружия, с которой он идет. И еще хочу обратить внимание,
Очень многие охотники заблуждаются, но основанием для лишения охотничьего правил охоты и лишения в конечном итоге охотничьего билета, и впоследствии они могут лишиться вообще, аннулироваться, это называется на правила охоты, когда у нас есть коллективная охота. Многие охотники это как-то забыли. Но я вот, например, сам лично изучил вопрос. Получается, когда мы идем с вами в групповую охоту, у нас должен быть список, кто участвует. Понимаете? Потому что отсутствие данного списка групповой охоты со списком перечисленным, получается, будет являться нарушением правил охоты. Нарушение правил охоты, опять повторяюсь, это нарушение аннулирования охотничьего билета. Аннулированный охотничий билет. Департамент лесного хозяйства нам раз в квартал присылает такие списки. И получается, данные граждане, владельцы оружия, они у нас, получается, автоматически лишаются на право хранения, ношения, получается, опять изъятие, аннулирование, все остальное. Но, опять же таки, на временное хранение. Сергей Викторович, вопросов очень много, но у нас времени, к сожалению, не так много, но мы на один, наверное, успеем ответить. 28 февраля 2022 года по старому закону прошел медкомиссию, продлил срок разрешения. Могу ли я купить новое гладкоствольное ружье по данной справке в 2023 году? Отвечаю, гражданин может купить, но опять же таки, вернемся сейчас 5 минут нашего эфира, то, о чем говорил. Медкомиссия 2022 года, она будет действительно до 2027 года. 28 февраля, да, вроде да. бы он сказал? Да. Получается. 28 февраля 27 года медкомиссия истечет. Угу. У мужчины будут разрешительные документы еще большим сроком до 30 года. Но да. сейчас 5 лет вправе он приобрести может, подаст документы. У нас сейчас это все в каждом контрольно-наблюдательном деле есть. Ничего не переживает. Единственный вопрос... Всем, повторяюсь, я говорю, посмотрите, когда была ваша медкомиссия. Да, это важный фактор, оказывается, важный фактор, тоже. Да, потому что не считая, что там заплатите штрафы, посмотрите. Если убываете, как говорится, придите лучше на временное хранение, сдайте, как говорится. Ну, не создавайте себе лишних проблем. Потому что нарушения по сфере оборота оружия, они, получается, все, знаете, так вот смотрят, для них это как-то вот... Нет, ну как, бывает. Понимаете, мы идем навстречу. И самое такое, не скажу, что это печальное либо радостное, но могу сказать, что в течение вот этих уже полутора лет, что мы уже активно работаем, мы же готовились тоже к изменению законодательства, могу сказать, что та профилактика, которая сейчас у нас имеется, да, ну, она без наказания не получается. Сергей Викторович, к сожалению, время у нас заканчивается, но вопросов у нас было очень много. Я приглашаю переадресуйте вас, нас без проблем. Приглашаю еще вас на один эфир. Мне кажется, вопросов будет еще больше. Хорошо. Спасибо вам за обстоятельную беседу. Успехов в вашей очень ответственной работе. Спасибо за участие. Кундукара Чудербит, Сарсын, Оник, Кихюрбяга, Уэрака, Аналлах, Эйгеберине, Кутетумерин, Этенге Болун.